Семеновича Высоцкого «Так случилось, мужчины ушли». Так случилось, мужчины ушли, побросали посевы до срока. Вот их больше не видно из окон, растворились в дорожной пыли. Вытекают из колоса зерна эти слезы несжатых полей, и холодные ветры проворно потекли из щелей. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины, а потом возвращайтесь скорей, и вы плачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Мы в высоких живем теремах, входа нет никому в эти здания, одиночество и причитание. Вместо вас поселились в домах. Потеряла и прелесть, и свежесть белизна неодетых рубах. Да и старые песни приелись и навязли в зубах. Мы вас ждем, торопите коней, добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины, и выплачут по вас. И без ваших улыбок бледнеют и сохнут рябины. Среди болью болит и звучит каждым днем непрестанней вековечный надрыв причитаний отголоском старинных молитв. Мы вас встретим и пеших, и конных, утомленных и целых любых. Только б не пустота похоронных, не предчувствие их. Мы вас ждем, торопите коней, в добрый час, добрый час, добрый час. Пусть попутные ветры не бьют, а ласкают вам спины, а потом возвращайтесь скорей, и выплачут по вас. Спасибо.